Здравствуйте, с вами программа «Новый день» и я, Вероника Павлова. Если ваш ребенок просит вас завести котенка или щеночка, не противьтесь, ведь домашние животные воспитывают у детей не только чувство ответственности, но и укрепляют здоровье. Ласка, забота, любовь и не только. Домашние животные еще и лечат. Оказывается, риск аллергических заболеваний снижается, если дома есть четвероногий друг. Это доказали американские ученые. Специалисты выяснили, среди детей, кто не контактирует с питомцами, аллергией страдает больше 15%. А среди обладателей животных вдвое меньше – 8%. Если вы решили завести собаку, то выбирайте добрые породы. Например, чихуахуа, мальтийскую болонку или пуделя. Присутствие четвероногого друга положительно влияет на психику не только ребенка, но и взрослого человека. А вот кошки – прирожденные биоэнергетики. Их присутствие улучшает сон, снимает мышечное напряжение и стабилизирует пищеварение, утверждают специалисты. Они по-особенному чувствуют хозяина. Если у него плохое настроение, то пушистые друзья тут же берутся за лечение. Самым преданным другом может стать милый грызун. Декоративные крысы быстро привыкают к хозяину и совершенно не переносят одиночества. Аквариумные рыбки по праву могут считаться самыми неприхотливыми питомцами. Они требуют минимум ухода. Достаточно вовремя менять воду в аквариуме и давать корм. Их следует заводить людям, страдающим мигренями и неврозами. Поэтому, если ваш ребенок упорно просит завести домашнее животное, не запрещайте. Ведь питомец в доме – это преданный друг и хорошее настроение. В эти выходные у ваших детей есть шанс стать на время супергероями и поучаствовать в спасении мира. В субботу, 11 ноября, в Чебоксары приезжает московский спектакль ростовых кукол. Интерактивные игры, подарки и зажигательные танцы. Вместе с героями в маске ребята отправятся спасать родной город. Праздник смеха и хорошего настроения пройдет во Дворце культуры имени Якова Уксая. Каждое утро программа «Новый день» делает ваше утро добрым. «Новый день» – это позитивные новости и подарки. Отвечайте на вопросы ведущих. Заходите на наш сайт. Ищите кнопку «Новый день» и выигрывайте. «Новый день» – новые призы. Каждую неделю мы дарим подарки. Самые активные телезрители смогут выиграть подарочный сертификат в детский развлекательный центр «Ананас». Отвечайте правильно на наш вопрос и получайте приз. Итак, какое домашнее животное умеет издавать звук, похожий на человеческий смех? Ваши ответы ждем на нашем сайте chgtrk.ru. Кликайте на кнопку «Новый день» и заполняйте анкету. Приз ваш. А победителем прошлой недели стала Анастасия Никитина. Поздравляем! На этом у меня все. Хорошего вам дня, но завтра будет новый день. Партнер программы – крупнейший детский развлекательный центр города Чебоксары «Ананас».